Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, уважаемые подписчики. Ну что, ужин экологически чистый, продукты добыты, как говорится, на природе. Это очень интересно. Ну, а кроме курицы. Курица у меня была в холодильнике, бедрышки, поэтому я использую. Но вы можете просто пожарить грибы. Я сварила грибы. Баночка пол-литровая еще из тех грибов. Кому интересно, где они взялись, есть видео. Одна баночка у меня закрытая, закрыла я. А вот эти грибы я сейчас пожарю. Обязательно маслята, белая зеленушка. Здесь у меня такое ассорти. Я никогда не использую сырые грибы. Я обязательно провариваю. Сейчас я поставила сковородку. Добавила туда, я топила сливочное масло. Добавила туда немножечко куркумы. И сейчас эти грибы нужно на сковородке обжарить. И вот эти вот 4 луковички. Ну, у меня маленькие. Конечно, можно взять одну большую. Грибы нужно немножечко обжарить. Так, вот масло растаяло. Понятно, что есть влага. Мне нравится, когда обжаренные грибы. Особенно, когда сливочного масла, растительное и сливочное масло сделаете смесь. Так. Пока грибы обжариваются, я сейчас возьму лучок, нарежу. Можно чесночка, как хотите. И включайте духовку. Так, вот я нарезала лук. И пока у нас обжариваются грибы, они должны подрумяниться. Я взяла один зубчик чеснока. Беру сметану. Ну, я не знаю, ну, у меня там получается сколько кусочков. По-моему, 6 я разрезала. 3 окорока пополам, да. Вот так вот. Дальше беру сметану, горчицу. Это у меня американская, ну, вы можете брать в зернах. Так, специи сейчас по вкусу, посолю. Это все у нас будет как такой соус на курочку. И он будет стекать, и грибы тоже получат этот соус. Обязательно соль. Очень вкусно. Вообще замечательно. Кварчат грибы. Добавляю соль. Черный молотый перец. Все, у меня там есть карри в масле, поэтому не надо. Все, вот такая масса готова. Ароматная и очень вкусная будет. Так, ждем, пока обжарятся грибы. Добавлю еще немножечко вот паприки. Копчененькой вот так. О. Цвет красивый будет и вкус, самое главное. Вот сюда вот добавляйте специи, какие вам нравятся. Так, смотрите, какие грибочки. Видите, они подрумяниваются, уже ничего не пригорает. Красота. Уже можно добавить сюда лучок и обжаривать вместе с луком. Сколько грибы у нас еще будут готовиться в духовке, я уже их достаю. Если вы будете подавать только грибы вот с луками, со сметаной, то обжаривайте до той степени, какую вы хотите. Все, я сейчас снимаю и ставлю сюда. Ай, смотрите, какая красота, да? Как же ж пахнет, как пахнет. Перемешиваю. Я прямо вот в этой сковородке буду это все готовить. Так, они еще дойдут в духовке, потому что будут минут 30-35 находиться в духовке. Вот у меня я беру замаринованные куски окорока. Выкладываю. О, что-то так много их. Так, один куда положить? Но он уже уменьшится, правда? Будем надеяться. Так, и теперь эти кусочки я вот так обильно смазываю приготовленным соусом сметанным. Зелень не надо, базилик, укроп, что хотите. Потом, когда уже будет готово, потому что оно все у вас будет гореть. Вот так. Как раз мы рассчитали, видите, как шикарно. Ой, какое это будет блюдо. А слюнки уже текут, да?
Так, и теперь беру фольгу и накрываю, чтобы курица там пропарилась. Пока минут 20 мы будем под фольгой, потом снимем, чтобы наш соус подрумянился. Все. Осторожно, у меня обжарится. Духовка 180 градусов, 20-25 минут с фольгой и потом минут 10 без фольги. Так, и что у нас еще на сегодня на ужин? Это вот такая рыбка. Два карася, видите, порезали, посолили. И сейчас я пожарю их хорошенечко. Это будет жареная рыба просто. Прошло. Я достала курицу, снимаю. Снимаю фольгу. И теперь у меня тут немножко осталось вот грибочков. Я вот так положу. Добавляю температуру сейчас. И, ой, сколько у нас тут прямо сока. Много-много. Зелень не буду выкладывать пока. Это просто у меня остались грибы. Нужно их использовать как декор. Так. И еще минут на 20. И смотреть, что у нас. Ой, горячо. Ай, красота, смотрите, какая красота. От кости уже курица он отделилась, значит, курица готова. Достаем, чуть остывает и ужинаем. То, зову своего мужа, все готово. Сейчас я возьму кусочек, положу и вам ложечку дала. И покажу, как это блюдо выглядит. И самое главное, еще и укропчик. Укроп, который я специально сеяла, чтобы он был до холодов. Какой он ароматный и какой он вкусный. Давайте будем пробовать. Сейчас я возьму. Грибы, конечно, получились в таком соусе. Курица полностью приготовилась. Но вы видите, начала от кости отделяться. Конечно, нужно пробовать это вот так. И грибочек, и курицу. Просто. Ребята, очень вкусно. Очень вкусно. Приготовьте. Наверное, вкусно, потому что здесь, как говорится, боль в спине, боль в руках, лицо красное, ветреное, потому что солнце сегодня было. Но! Это все такие мелочи, когда ты садишься и кушаешь такое блюдо. Все, мои хорошие, пожалуйста, готовьте. Все, что есть, все, что собрали, все, что природа дала, можно приготовить и получить вкусное блюдо. До свидания, до новых встреч. Я забыла вам сказать, сидим, наминаем за две щеки. Я делала из базиликового чипса. Видите, какая она? То есть, когда жарила рыбу, раскаленное масло и бросаешь туда листочек. Но оно немножко стреляет. Вот такая чипс, она не теряет цвет. И этой чипсой можно украшать. Вот послушайте. Видите, все. Была чипса, нету. Так что, если вам нужно горячее масло, жарится рыба и бросьте прямо в масло. С двух сторон обжарили, все. И будет такая чипса. Все, до свидания, до новых встреч.